Здравствуйте, меня зовут Юрий Спасов-Уходский. Я разработал методику тренировок для мужчин и методику тренировок для женщин, которые позволяют получить результат уже за 3-6 месяцев. И я обучаю людей, как заниматься по этой методике по интернету, а также в своем клубе «Бицепс». Передо мной лежит сейчас Алена Петрова, солистка группы «Гоголь-Моголь», в эффектной позе. Сейчас она покажет вам, как в домашних условиях подкачать и прямые, и косые мышцы живота одновременно одним упражнением. Сначала мы берем ручки за голову и делаем повороты. Да, делаем повороты, ножки вместе, пяточки на полу, и чувствуем, как работают косые мышцы живота. Мы сидим при этом не прямо, а немножко наклонившись назад. Поэтому нагрузка на пресс значительно увеличивается. Так делаем 20-30 раз до полного изнеможения, поэтому Алена начинает страдать уже. Поэтому берем теперь, ложимся ручками, опираемся о пол и ножками делаем разножечку. Раз, два. Так как это два упражнения делается без отдыха, то есть суперсетом, то мышцы живота будут в полном восторге. Юра, а если я это делаю сейчас, можно этого уже не буду делать на тренировке? Ну, если ты сделаешь 100 раз, то я подумаю. О боже. Чувствуешь пресс? Конечно. Бочка. Хорошо. И теперь последняя часть упражнения. Ты ложишься, руки за голову. И оба движения делаешь одновременно. Голову поворачиваем. Можно не синхронно. И оба движения. И теперь вообще пресс просто взрывается. Сейчас ты почувствуешь сильную боль. А я почувствую сильное удовольствие. Потому что буду делать больно такой красивой девушки. Я уже как чувствую садист. Боль. А я уже чувствую, да, что мы на верном пути. Дыши, 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 дыши. Еще 10 раз и все. Раз, два. Два, три, четыре, пять. Пять, пять, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, расслабилась. Ну как? По-моему, мы не доработали, да? Скажи честно. Ты могла еще раз 20 сделать? Если честно, я могла бы еще 20 сделать, но только через полгода тренировок. Хорошо. На этом мы закончим. Это упражнение на полу, можно сказать, половое упражнение, но не будем думать не о том, потому что на тренировке важно не отвлекаться. Думать только о получении результата. Правда? Конечно. Вот.